Защититься от COVID-19 шиком предлагают японским модницам. В этом магазине в Токио выставили маски для лица стоимостью в 1 000 000 йен. Это 9600 долларов США. Одна маска сделана из материи и украшена бриллиантом в 0,7 карата, жемчугом, а также кристаллами Сваровски. Их здесь уместилось 300 штук. Вторую маску соткали из жемчуга акоэ. Его выращивают искусственно, в основном на островах Хансю и Кюсю. Цена немного пугает. Все-таки это дорого, поэтому я не могу запросто такое себе позволить. Впрочем, производитель и не стремится только к продаже роскошных масок. Хотя никто пока не покупал эти маски, некоторые клиенты восхищались ими и говорили, что маски красивые и удивительные. Поэтому мы надеемся, что они просто поднимут настроение тем, кто их видит. Японские маски не самые дорогие в мире. Пока такое считается защитное средство, созданное израильскими ювелирами из бриллиантов и 18-каратного золота. Стоит маска 1,5 миллиона долларов.